Доброго времени суток, YouTube, уважаемые наши контрагенты. Это видео, собственно, для контрагентов в большей степени. И сейчас мы находимся на странице «Наши партнеры». Так вот это выглядит. Здесь прямо так и написано «Партнеры» или, понятно, в науке это звучит «Референс-лист по науке» ООО «НПЦ КМЭ». Это те компании, с которыми мы реально работали, они получали от нас наши услуги или получали товары, какие-то программные продукты и так далее. Их достаточно много. Вот такой он огромный. Я не знаю, сколько их последний раз по пересчету одной из моих сотрудниц. Их больше 50. Отдельно хочу выделить и остановиться на некоторых из этих компаний, а именно на двух. По какой причине, объясню сейчас. Здесь у нас вот такая, может быть, кто-то это воспримет странно, как некое пафосное такое, да, заявление. Человеческий фактор, кадры решают все. 1937 год, фраза Иосифа Виссарионовича Сталина на съезде партии в 1937 году. Кадры решают все. Одна из моих любимых компаний из этих более чем 50 это компания Евразгок. Почему любимых? Потому что эта компания сотрудничает с нами уже более 3 лет, и они строго-строго, последовательно, планомерно принимают эту политику безопасности, оценивают свой человеческий фактор, значит, проходит обследование, как это и положено по требованию законодательства и всех подзаконных актов. Один раз в год эти люди проходят и опираются в своей деятельности, в своей работе, в оценке своего персонала на полезные, на самом деле полезные результаты наших психофизиологических обследований, прислушиваются к нашим рекомендациям и проходят наши обследования. Раз в год мониторят свой персонал, что изменилось, что, значит, не изменилось. И мы в этом году даже пошли им навстречу. Оказываем, у нас цена поднялась наших услуг периодических ПФО до 31 600 рублей, где в раз в год мы оставили ее прежней по цене 22 200 рублей. Просто исходя из того, что мы сами собираем базу данных и во многом строим свою науку, свою научную деятельность в нашем НПЦ КМЭ, строим на основании тех баз данных, которые получаем от сотрудников Евразгок, а именно Качканарский ГОК, он входит в группу компании Евраз. Вот это одна из моих любимых компаний, Евразгок. Очень люди педантичные, обстоятельные и следующим всем законодательным и подзаконным актам, четко выполняют, работают по уму и по закону, вот так вот скажем. И это не может не радовать в нашей безалаберной России. Это первая компания. Тут вы сами видите другие какие-то компании. Тоже каждая компания, обратите внимание, где есть возможность, приведены ссылки. Вы можете нажать на эту ссылку, оказаться на сайте этих компаний и спросить у них, а как вам НПЦ КМЭ, научно-прикладной центр КМЭ? Полезно, не полезно, помимо того, что вы получаете лицензию, индивидуальные результаты, применяете ли вы в своей работе. Каждая компания вам ответит, что с нами работать можно. За все эти годы, работая мы более 20 лет, не было ни одного нарекания на нашу работу. Так, про Евразгок сказал, и мы домотали с вами плавно
до Юнипро. Замечательная компания, крупнейшая компания. Посмотрите, чем они занимаются. Смысл в том, что у них случаются какие-то неприятности, и они обращаются к нам для расследования причин неправильных действий персонала. Но не касательно Юнипро, а вообще попадает водитель компании, допустим, перевозящий опасные грузы в аварию, и они задаются, руководство в частности Юнипро, задаются вопросом, а можно ли как-то с этим побороться, можно ли как-то этого избежать, можно ли осуществлять какой-то контроль для того, чтобы обезопасить деятельность определенных категорий работников, связанных с потенциально опасными видами работ. Ну, в частности, если говорить о конкретно Юнипро, связанных с перевозками, мы готовим для них специальное программное обеспечение. Такая методология у нас в лаборатории есть, не нами придумана, нами освоена. Наш специалист проучился на эту методологию, и мы действительно можем предложить ряд функций, способов, которые позволяют нам оказать какие-то услуги и поставить программное обеспечение, которое может способствовать тому, чтобы люди обезопасили себя в некотором смысле в плане человеческого фактора от несанкционированных действий персонала, ну, в частности, попадание, допустим, в аварию водитель, да, с опасным грузом. Вот вторая компания, которая мне нравится. Группа компании «Русал». То есть, опять же, повторюсь, люди заинтересованы в ведении грамотной, правильной политики в области безопасности человеческого фактора. Более 50 компаний проходит у нас мониторинг. Кто-то уже не первый год это делает. Вот и, собственно, эти люди, руководство прежде всего, понятно, понимает и осознает, всю ту важность той работы, которую надо вести с персоналом организации, чтобы не допускать тех или иных неправильных, несанкционированных действий. Мониторят, как минимум мониторят, как это с Евразгок происходит, так и заинтересованы в каких-то дополнительных мерах. Не просто обязательных мер по контролю за этим персоналом, как это требует Ростехнадзор, но и само руководство заинтересованы в том, чтобы получить какую-то дополнительные меры, выработать дополнительные меры безопасности по культуре безопасности человеческого фактора. Вот компания Юнипро. С другими компаниями тоже у нас связано ряд интересных историй. Да, мы, в общем-то, с каждой компанией интересные истории происходят. То есть к нам обращаются и научные организации, и перерабатывающие организации, и организации, работающие в сфере атомных, ядерных технологий, и транспортные компании, морские, воздушные, ЖД-перевозки и так далее. У каждой компании свои какие-то нюансы, свои какие-то особенности. Ну вот, я люблю общаться с Юнипро, с Качканарским ГОКом, входящим в компанию, в группу компаний Евраз и так далее. Вот такой вот видео. Роснефть, да, вот у нас подключилась ТАСС, Юриах в частности. Люди реально заинтересованы в том, чтобы кадры решают все. Как сказал Иосиф Виссарионович, кадры решают все. И руководство этих компаний это прекрасно понимает. И работает с нами, мы этим занимаемся, повторюсь, 20 с лишним лет. И руководство этих компаний понимает, о чем идет речь. Вот такое вот видео для наших уважаемых контрагентов. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!